Под Новый год возможно все, и в мире сказки тоже. Баба-Яга совсем не злая, а добрая, ведьмочки очаровательные, кот хоть и не Матроскин говорящий, Дед Мороз и Снегурочка – волшебники. Не менее замечательный и важный персонаж в канун наступающего года – желтая собака. А вы верите в чудеса? Мы верим. Из бродячих собак стали самыми главными в этом году. Ну разве это не чудо? Мы верим в чудеса и в доброту. И все же находятся злыдни, похитившие внучку Деда Мороза. Новый год под угрозой не тут-то было. Сказочным героям дружно спешат на помощь юные зрители, пришедшие на представление. Череда приключений заканчивается победой добра. Эта сказка нас научила дружить, быть смелыми и не ссориться, делиться. Я видела Деда Мороза и Снегурочку, а больше всего мне понравилась Баба-Яга, как она танцевала. Хочу поздравить всех с Новым годом, с наступающим годом желтой собаки, чтобы у всех было много хороших друзей, чтобы они никогда никого не предавали, чтобы много было счастья, любви. Сказочный праздник приходит к железногорским мальчишкам и девчонкам с песнями, хороводами, играми и подарками. Сотрудникам «Металлоинвеста» особенно приятно дарить его детям из многодетных семей, детских домов и социальных учреждений. Ежегодно в рамках благотворительности детям нашего города, района, передается не более 1500 подарков за счет компании «Металлоинвест». Вот. И хотелось бы отметить, что несмотря на то, что уже больше 10 лет такая елка, она целиком полностью вписывается, президентские планы там по поддержке материнства и детства для комбината и для «Металлоинвеста». Это очень важно. Это одна из составляющих вообще всей работы с детским населением нашего города, нашей области. Над созданием праздничной атмосферы трудится большой коллектив Образцового дворца культуры и техники Михайловского ГОКа. Светотехники, звукорежиссеры, художники и, конечно, артисты. И все для того, чтобы новогоднее представление стало для ребят маленьким чудом. Очень здорово, что компания «Металлоинвест» устраивает такие праздники. Особенно это нужно детям, которые лишены родительского тепла. Спасибо всей компании «Металлоинвест» и всему коллективу компании. Финальной песней героев сказочного представления завершается спектакль, но не праздник. В новогодние и рождественские дни во Дворец культуры Михайловского ГОКа посмотреть спектакль и получить сладкие подарки придут не менее 5000 малышей. И воспоминания о встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой они будут бережно хранить до следующего Нового года.